у Бродского. Представь, чиркнул спичкой тот вечер в пещере, используя, чтоб холод почувствовать, щели в полу, чтоб почувствовать голод, посуду, а что до пустыни, пустыни повсюду. Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере, огонь, очертания животных, вещей, и складками смешав, дав лицо с полотенцем, Марию и Иосифа сверток с младенцем. Представь трех царей караванов движения к пещере, вернее, трех лучей приближения к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал, младенец пока не заработал на колокол с эхом в сгустившейся сине. Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном в потьмах расстоянии, бездомный в бездомном.